Катаюсь по Амстердаму, но еще даже не сворачивал в сторону центра. У меня есть несколько меток по кругу, и пока есть велосипед, возможность и одиночество, я объезжу дальние точки. Вечерком поеду в центр. По дороге в Амстер. Такой тут плавучий приусадебный участок. Баржа садовода. Ван Гог Мюзеум. Вот он где. Вкусно. Нашел тут местный книжный рынок, там на развалах купил репродукцию хроматической поляризации. До этого я ездил на велосипеде, и это идеальный транспорт для города. После 3 дней в Амстердаме хочу сказать, очень компактный, прикольный город. Его удобно проходить пешком. Оказывается, и без велика по Амстеру гулять вполне комфортно. В чем-то даже лучше. Сейчас иду в северную часть Амстердама через залив. Там я еще не был. Надеюсь, оттуда откроется панорама на город. С облаками хочу снять прикольный таймлапсик. Пересек канал на паромчике. Паромчик бесплатный. Вот и уже на северной части. Пойду туда. А потом туда. Тут очень много зелени, парков. Сейчас тут уже настоящая осень, довольно-таки прохладно, идут дожди. И домой я пойду через Вандал парк. Это такой протяженный довольно-таки парк длиной 2 километра, наверное, где нету ни одной спортивной площадки. Есть одна площадка для детей и куча мест, чтобы сидеть на траве и курить траву, но нету спортивной площадки. Сегодня съездил в Занс из Ханс, там мельницы, все дела, и решил еще наведаться в форт. Форт оказался закрыт, вот он такой вот форт. И тут еще всякие есть овцы, в общем, все, пора ехать обратно. Еще вечер в Амстердаме, потом, наверное, завтра еще вечер в Амстердаме, а там уже будем посмотреть.
Данила, и я буду перемещаться с ним в Роттердам. Живу в его квартире несколько дней. Там рядом Гаага и прочие маленькие прикольные города. Шаттл подано. Я такая девочка с центра. Поехали на кате, у меня трехэтажный дом с бассейном. Я вижу много кайтов, и я вижу море. Е-мен, Северное море. Спасибо. No.